четверг в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя, станет еще чуть теплее. Днем плюс 10, плюс 13 градусов, ночью 7-9 выше 0. Ветер юго-западный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, в светлое время суток плюс 13, в темное 10 выше 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 12, ночью плюс 9 градусов, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде продолжительного дождя, днем плюс 11, ночью плюс 9 градусов, юго-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.